Всем привет! В рамках ноябрьского визита в Москву одно из мест, которые я запланировал к посещению обязательно, это чертово колесо, солнце Москвы. Аттракцион знаковый, самое высокое колесо Европы. На 5 метров выше предыдущего рекорда, колеса Лондонский глаз, которое было 135 метров. Открытие колеса состоялось в день 875-летия Москвы, 10 сентября 2022 года. Чуть более 2 месяца прошло. Меня зовут Лябин Валерий. Предлагаю взглянуть на местность в районе ВДНХ сверху вместе со мной. Билет обычный, стоит 1150 рублей. Я бы послал подальше организаторов с таким ценником, но раз запланировал, поеду, несмотря на отвратительную погоду. Спасибо. Но я лечу с тобой снова. Я лечу, и одно слово. Я кричу, кричу, люблю и лечу. Я к звездам кричу и вновь лечу. Так бело, словно парк мою любовь завело. Дискобол, хрустя в снегу, так увяз. Танцплощадки под снежком. Кабина очень просторная, воздух кондиционируется. Но никак не думал, что придется 18 с лишним минут стоять. Ничего для сидения в кабинах не предусмотрено. Только черт заводит снова колесо, колесо, колесо. И летит твое лицо. Это вершина солнца Москвы. Наслаждайтесь ей. Незапланированная остановка «Солнце Москвы» меня не миновала и добавила пикантности поездки. Зависнуть на 8 минут в верхней части колеса – прикольненько. Путешествие завершается. Мы приближаемся к платформе выхода. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Если вы пользуетесь инвалидной коляской, просим дождаться высадки всех гостей. После этого сотрудники «Солнца Москвы» помогут вам выйти. Восторга поездка не вызвала.
Мое резюме. Она точно не стоит потраченных денег. Подписывайтесь на канал «В путь дорогу». Всегда открыт к диалогу. Увидимся.